сказать, что еще есть одна инициатива, очень хорошая, я думаю, вот, ее нужно всем обсудить, это чтобы не только законопроекты имели имя того или иного депутата, а все запросы, которые депутаты делают в те или иные органы. Тогда будет сразу видно и понятно, какими темами интересуется тот или иной депутат, когда запрос у вас зарегистрирован, когда это видят не только журналисты, а когда это видят наши избиратели, когда понимают, в чьих интересах или в каких интересах работает депутат, куда он направляет соответствующие запросы и чего он от этого хочет. Понятно, не могут быть опубликованы персональные данные граждан, которые обращаются к депутату, по этому поводу куда-то может обратиться. Но в целом я считаю, что такая идея могла бы найти поддержку, и, соответственно, было бы тоже интересно посмотреть, чем и какими, скажем, заботами, о ком заботами живут тот или иной депутат.